Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В пятницу в Самарской области облачно, местами пройдет небольшой снег, днем минус 7, минус 11 градусов, ночью 8-10, ниже 0. Ветер восточный, юго-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо и снег, днем минус 8 и в темное время суток 8 градусов ниже 0. Восточный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти облака, днем минус 8, ночью 9 с минусом, юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой снег, в дневное время минус 9, ночью также минус 9 градусов, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 71%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.